Здравствуйте. Меня зовут Евгений Корабилов, город Кривой Рог. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят и многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Но парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снаряда уже, и надо быстрее на вираже. Но парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Многие лета все поет во сне, все части света могут гореть в огне, все континенты могут лежать на дне, только все это не по мне. Евгений Корабилов. Вы знаете, друзья, вот сейчас, когда звучала эта песня, я закрывал глаза и слышал голос Владимира Семеновича Высоцкого. Вы знаете, несмотря вот на вашу совершенно очевидную искренность, правдивость, эмоциональность, особенно это было видно на крупных планах, слишком много звукоимитации, может быть, и нет необходимости в ней. Понимаете, мы сидим у телевизионного экрана или приходим в концертный зал для того, чтобы увидеть что-то неповторимое, что-то свежее, чего раньше не слышали и не видели. А ваше вот это стремление во что бы то ни стало звучать тембром Высоцкого, оно как раз вот, ну, препятствует. Поэтому я говорю нет. Спасибо. Вы Высоцкого пели или Лепса? Высоцкого. Высоцкого. Для Высоцкого очень вольное обращение с мелодией, очень вольное. И аранжировка, она, конечно, лепсовская. Очень эмоционально все, очень хотелось, но для меня это не прозвучало. Я прошу прощения, нет. Спасибо. Если бы вы действительно дали какую-то вот совершенно первородную эмоцию, и без, может быть, даже вот такой насыщенной фонограммы, может быть, было легче. Можно сразу ко второй перейти песни? Можно. Давайте. Мне желтые огни, и хриплю во сне я. Повремени, повремени, утро мудренее. Да и утром все не так. То ли куришь, да натощак,
похмелья. Да эх, раз, да еще раз, да еще много, ай, много, 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 много раз. Да что ты, да еще раз, а все не так, как надо. Я когда-то гору, да в попыхах, а чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня, хоть бы склон увить плющом, а мне бы то отрадно. Да хоть бы кто-нибудь еще, а все не так, как надо. Да эх, раз, да еще раз, да еще много, ай, много, 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 много раз. Да что ты, да еще раз, а все не так, как она та. Спасибо огромное. Вы знаете, уважаемые члены жюри, я, конечно, не могу принимать решение. Я очень хорошо знаю музыку Высоцкого. Его очень сложно исполнять каким-то другим голосом, кроме как голосом Высоцкого. Да, вот все другое исполнение в подавляющем большинстве случаев, бывают исключения, но все-таки проигрывает. И вот в данном случае лично меня, как зрителя, Евгений убедил. Спасибо огромное. Но это не было давление на членов жюри. А если мы вас пропускаем, что вы дальше будете исполнять? Тоже Высоцкого? Какой репертуар вообще, Жень? Не обязательно Высоцкого. Еще существует много-много... Много-много раз? Много-много раз. Много хороших исполнителей русских, и композиторов, и поэтов. Много материала и у Николая, и Александра Яковлевича, который я с удовольствием пил бы дальше. На сегодняшний момент я вам, конечно же, говорю «да». Спасибо огромное. Потому что у каждого человека должна быть своя правда. И у вас, несомненно, она там вот есть. И мне это очень приятно. Спасибо. Николай. По-моему, вот когда ты говоришь каким-то своим голосом, да? А когда начинаешь петь, ты поешь чужим голосом. У меня вот такое ощущение. Человек 10 таких есть. Я лично. Ну вот чужим голосом ты себя не его голос. В песне излагаешь, да? А когда говоришь, ты говоришь таким нормальным, да, вот такой голос. Хотя ты боксер, я не буду сейчас говорить «нет», а вдруг выйду по башке и получу. Да перестаньте, я на самом деле... То есть да! Николай, то есть да! Я бы пожелал все-таки, имея вокальные данные, они у тебя неоспоримо есть, вот, все-таки поискать другую, как бы, ну, свою, себя. Вот об этом я и говорила с самого начала. Да, вокальный, вокальное изложение. Вот оно должно все-таки быть своим. А потом... Я еще скажу другую тему, что лицо ухоженное, постриженное, весь такой парень такой вот прямо сияет такой, да, здоровье. Нос не сломан. Да, и вдруг... Пока в шоу-бизнес не ввязался. Ты скажи честно, ты хоть раз вот натощак курил? Да. Вот по лицу не видно, понимаете, а когда это Высоцкий поет, это видно. Вам бы, да... Вам бы моделью ходить по подиуму, понимаете, вот так вот, с таким лицом. Вот, как это вот польстил, так. Жень, это польстил. Нет, ну, подиум да, здесь да, ни да, при чем. Да. Спасибо. Вот я не знаю, что будет дальше. Вот можно пропустить. Но если так хочется, но имитаций много. Вот послушайте, а есть очень много пацанов, вообще очень много мужчин, которые берутся вот тоже петь Высоцкого, а я смотрю... Я прошу прощения, зрительный зал, у них нет яиц, а у вас они есть. И вот я за это, и спасибо. Такие уважаемые артисты, знаете,
с такими именами кайфовыми. Он просто уже стоит на сцене еще много лет. А запел Высоцкого, понимаешь, он... А ничего нет, вот, понимаете, нет ничего. Ладно, Женя, значит так. Поэтому я и сказала «да». Значит, голос Высоцкого убираем, яйца оставляем, да. Ура! Спасибо большое! Женя, вы четвертьфинале.